Сейчас бабахать будет. А куда полетело? И во-первых, совсем с другого места. Как со Сливки. И со Сливки я еще не видел. А куда же они полетели? Вот где зубы делают, там есть. Так как вправо чуть-чуть. Оно у нас непонятно. Оно может и прямо. Сейчас будут взрывы где-то. Но с этого я еще не видел. Со стороны Васильевки. Вчера летело с этого. Сполох три штуки в 9 часов вечера. А это смотрю, а куда же они полетели? Да, нас что-то не видел. Но может надо увеличить. Я с камерой. А, у меня камера куда? Ну, и была на улице. Там надо увеличить просто, понял? А, ну ты ж съемки не это. Это ж не видео. Он полетел. Вот, летит. Не видно? Вот. Вот сука, блядь. А куда же она летит? Долго поднималась. Пожарники поехали. Значит, где-то уже. Нет, они взлетают, когда они взлетают, хлопка, это звука нет никакого, потому что далеко. А когда летят, когда уже подлетают, ну, обычно проходит секунд 10-15, а то бывает и секунд 6. По-разному, куда летит, и тогда взрыв. Так главное, он опять, он полетел опять. Он яркая. Так сколько же их, блядь, пускает, а? Опять он, еще одна, блядь. Он, видишь, яркое такое поднимается. Вот это. Блять, а сколько же они выпускать будут, а? Так куда сейчас в трусах? Непонятно, куда она летит. Ну, что-то сильно много. Может, они пошли... Может, это... Так они по одной не пускают. Ну, с Васильевки, вот именно с Васильевки. Может, они пошли в атаку, блядь. Во все говорят, блядь, должны, должны. Да не, они на Запорожском не пойдут, они не пойдут, блядь. О, бля, сейчас будет взрыв. Небо голубое.
Нет проблем. Вот суки, блядь. О, бабахнул. А? Не, она один раз работает. Вот если тревога началась, она... Да слава богу, бо она так задолбала. И так, сегодня какая-то смена, блядь, не знаю. Так долго сирена гудит. Минуты, наверное, 4 или 5. Не прекращается. А потом она прекращается и... О, опять, блядь. Он, глянь, поднимается. А, ты меня видишь? А, мне надо вот так вот поворачивать, наоборот. Где этот кружочек, блядь? А. Да я уже Сделал. сделал. Ну. Они все летят сегодня, увидишь откуда. Ты видела? Он из-за, где мы ходили, кота водили. Из этого дома. Такое я уже не знаю, их уже, наверное, штук 7-8, блядь. Так, какой 7-8? Уже, наверное, с десяток, блядь. Ну, если с самого начала. А куда они летят, непонятно. А вчера в 9 часов вечера три вылетело, потухли. А потом выше в небе два взрыва, непонятных. Так, это если есть 300, они не сбиваются. ПВО наша не может их сбить. А они в основном у нас только С-300 бахают. И вот кто-то первый раз я такое видел. Летит, летит, раз, потухло. О. Взрыв где-то. А потом выше в небе, по этой же траектории, только выше в небе, такие две вспышки, пух, пух, и... А третьей не было, три летело, одно только две вспышки. Вот, видишь? И вот летит, сука. Он опять. Видишь? Ой, блядь, это яркая такая. Как бы, ой, блядь, опять, сука, ну. О, блядь. Ну, оно сдалека, оно получается не очень, знаешь, так. Ну, ян высоту набирает. Ну, это же далеко, это расстояние. Она сколько над землей. Ну, блядь, надо, наверное, на улицу текать. Что-то мне не нравится. Как бы это ни было... с Васильевки вот этими, блядь, градами. А он летит куда попал. Ой, блядь. Тихо. Ой, блядь. Филипп, давай мы на улицу. Слышишь? Что? Таня, давай на улицу бегом. Бегом на улицу, я говорю. Одевайся, быстрее. Одевайся легко, как угодно. Да свет не пусти. Быстрее, блядь, от окна уходи. Там, блядь, херачит так же. Так.
Да нахер тебе тут рюкзак? Рюкзак она, блядь, собирает. Ой, блядь. Если ты, блядь, тут тьма тьмущая, блядь. Дерусь. В коридор выходи. Да подожди ты, ну что ты? Коридор. Одевайся, одежда здесь, на коридор выходит. На площадке. Так будешь собираться, так нахер ты там. Еще не открывай, еще. Они у нас уже дома, да. Кошмар. Ой, бля. Опять. Да сколько еще не ступит? 20 ступит, ну. Вот так мы собираемся, блядь. Пока соберемся, так. Куда идти? Куда идти, блядь? Тут. Во двор, если... А они... О, ну, значит, это массовый. Это сейчас... А Сережа, блядь, даже не это самое. И не собирается. А? Так а толку, блядь? А? Орлан, это их разведывательный беспилотник. Ну, я не знаю, есть они эти с оружием, с бомбами. Никакого оружия не было, чтобы столько штук, блядь. Я не знаю, наверное, больше 10, блядь, только у нас. А это ж, наверное, и по другим областям. Я не... Таня, ну посмотри по мапе, где взрывы еще. И позвони Сереже. Сереже позвони. Хай встают и... У них нету. Нету в Киеве. Это в Запорожье. А куда угодно еще. Ну, там на улицу вышли, так что. Еще и туман начинается.
главное, что с Васильевки летят, ну.